Приветствую! С вами Павел Колесов, и у нас очередной видеоурок из серии подготовительных тренингов «Сбыча мечт». Я сейчас нахожусь в Испании, на острове Тенерифе, на высоте 3500 метров, и я хочу показать вам потрясающий вид, который отсюда открывается. Здесь очень красиво. Надеюсь, вы видите красоту. Вот то белое вдалеке – это облака. То есть я сейчас нахожусь сильно выше, чем уровень облаков. И сегодня у меня для вас, с одной стороны, может кому-то показаться очень простое, другим очень сложное задание. Вам нужно взять и прописать, а какой вы хотите видеть свою жизнь через 5 лет. Как вы хотите жить, во сколько вы хотите вставать, во сколько вы хотите ложиться, чем вы хотите заниматься, какие вы видите, чтобы у вас были отношения в вашей семье, если вы хотите себе семью, какие вы хотите отношения со своими детьми, со своими коллегами, с начальником, если вы предполагаете работать по найму, с подчиненными сотрудниками, если вы планируете свой бизнес. Если вы не хотите свой бизнес, не хотите работать по найму, то как вы планируете себе фриланс, откуда вы планируете свои доходы, сядьте и напишите. Потому что большинство людей, к сожалению, этого никогда в своей жизни не делает. Потому что, а почему я про это говорю? Сейчас я нахожусь здесь, в Испании, и я себе этого захотел. Пару лет назад я себе как раз прописал такой образ жизни, чтобы я мог свободно путешествовать по планете, чтобы я не смотрел на ценник, захотел, упал в самолет и полетел в самый лучший 5-звездочный отель и там живу. Потому что здесь, на Тенерифе, я живу в одном из самых лучших отелей Байя дель Дюк. Потому что, ну, он единственный оказался свободным на те даты, чтобы подтверждение произошло сразу. Но это произошло не само по себе. Я этого захотел, я себе этого спланировал, я этого себе пожелал. И для того, чтобы у вас мечты начали сбываться, вы должны запланировать свою жизнь. И это одна из кардинальных вещей, которая отличает везунчиков-удачников от неудачников. Везучие люди, они свою жизнь планируют. Они составляют планы, цели, мечты, и они к своим целям идут. Неудачники отказываются планировать свою жизнь. Именно поэтому они являются неудачниками. Я очень надеюсь, что вы хотите быть везунчиком, удачником, достигатором. Я надеюсь, что вы на самом деле хотите, чтобы ваши мечты сбывались. А для этого вы должны запланировать свои мечты. Для этого вы должны запланировать свою жизнь. Для этого вы должны понять, от чего вы хотите. Причем я даю подсказку. Когда вашу жизнь придет то, что вы запланировали, вы будете недовольны, потому что к тому моменту, естественно, вы захотите большего. Но в этом-то вся и прелесть, что когда вы себе чего-то планируете, и оно в вашу жизнь приходит, а вы хотите большего, это и создает драйв, кураж, радость и удовольствие в жизни. Это и побуждает вас жить, это и дает вам удовольствие от жизни, это и дает вам силу жить. Поэтому, пожалуйста, выполните это задание, пропишите свое видение своей жизни, как вы будете жить через 5 лет. Более подробно, как это уточнить, как это усилить, мы будем разбираться на тренинге «Сбыча мечт». Но у нас с вами уже должен быть какой-то срез, какая-то заготовка. То, с чем мы будем работать на тренинге. Пожалуйста, выполните это задание в комментариях под этим видео. Выложите то, что у вас получилось. И до встречи на тренинге «Сбыча мечт». С вами из Испании, с Тенерифе, с высоты 3500 метров, Павел Колесов. Когда ваша мечта сбывается, это на самом деле классно. До встречи на тренинге.